Привет, у нас сегодня исполкомовский субботник, это наш лимузин, и мы едем убирать лес от БТРа и до заправки. Мы пока идем в аварийку за мешками и за перчатками. Это святая святых, наша аварийная служба. Там вон камеры, весь город на ладони. Здесь королева аварийной службы. Людмила Евгеньевна Нечапаренко. И вот, собственно, зачем мы пришли. Это мешки, в которые будет убран мусор с леса, и перчатки. Это вся наша исполкомовская команда. Сегодня идет в лес. Сегодня был дождик, но мы решили, что только смерть предлог не идти на субботник. Посмотрите, вот это массовость. Но что-то в основном одни девушки. По-моему, городом управляют женщины у нас. Судьба женщины. У отдела архитектуры привилегия. Мы едем на машине. Не все. Друзья, именно Николай забирает весь мусор у вас с внутриквартальных мусорных баков. И вообще, в общем, все, что вы накидали в городе, Николай лично забирает. Посмотрите, мы еще ничего не сделали, а уже фотографируемся. Как специально накануне субботника за полчаса прекратился дождик и вышло солнце. Это знак, что сегодня надо хорошо поубирать. Мы только подъехали, а у Виктора Васильевича уже практически полный мешок. Вот это профессионализм. Мы подошли под мост, и здесь, пожалуй, будет основная наша работа. Это злачное место для молодежи, для тех, кто любит бухануть на природе. Сейчас здесь и будем прибираться. Смотрите, среди мусора настоящий сморчок. Всегда поражаюсь, ну выкинули уже такое полбеды, но зачем вы еще и бьете? Это теперь убрать намного сложнее, чем просто положить бутылку в мешок. Смотрите, здесь наши культурные словотечане нашли такой укромный уголок и массово сюда сбрасывают. По отношению до предыдущих поколений. Причем, что самое смешное, это делают именно те же люди, которые вечером приходят с работы, заходят в Facebook и начинают требовать от всех, от власти, от мира, требовать к себе каких-то особых благ, особого внимания. Вот на что мы все достойны. Это сделали мы. Смотрите, здесь кто-то вежливый выбросил мусор и оставил оплату за то, что мы убираем. 100 гривен, половинка от 200. То же самое место, но уже совсем другой вид. Вот так по кусочку пройдемся и немножко преобразиться. На склоне от дороги тоже приходится прибирать, потому что, видимо, просто с машин выбрасывают. Так что здесь везде работы хватает. Вот такая находка, зеркало, и в контексте этой уборки это очень интересный символ. Ребята, почаще смотрите в зеркало, что вы делаете? С этой стороны дороги, конечно, тоже хватает. Сейчас внизу все пройдемся. Вон уже вижу целая яма с мусором. На одном пятачке, прямо под мостом, собрался весь наш отдел архитектуры. Ира, Света, сейчас мы здесь наведем чистоту. Зацените, вот это мракобесие. И вот это. Причем это все рядом с черникой, скоро ягоды будут. Это садовой привез из Львова. Да, Львова, да. И еще ему помогал Обама. И кто еще? И Путин. А, и Порошенко. Сейчас еще модно на Порошенко. А через 5 лет окажется, что это не они, это Зеленский накидал. Продукт чьей-то любви. Кто-то настолько был влюблен, что приехал и высыпал все сюда. Красавчик. Среди мусора куча билетов с электрички. То есть, предположительно, мусорки нашего ЖД вокзала кто-то приехал и сюда высыпал. Все надо за новыми мешками идти. Канавка чистая, вроде такая небольшая была, а вот 3 мешка.
Светлана, что бы вы сказали тем людям, которые это выбросили, если бы сейчас их встретили? Я бы тут закопала. Подожди, кодекс этики тебе не позволяет закапывать людей живьем. Нам бы полицию мусора, которая занималась бы только тем, что выявляла тех, кто выбрасывает. Но здесь и без Эркюля Пуаро понятно, что это были какие-то мусорки общегородские при каких-то кафе. Обвертки от чипсов, крекеров, стаканчиков полно от пива, от кофе, пивные бутылки и там другие напитки. Такой, в общем, кафешный мусор. Все, это ямка чистая. Такая, в общем-то, небольшая, а мешков 6 отсюда унесли. Посмотрите, пол грузовика с горочкой. И это еще не конец. Идем убирать дальше. Все, здесь закончили. Часть нашей группы пойдет за Атланту, а часть еще заканчиваем здесь. Да. Акту будешь принимать? Буду. Да. Но я вообще бросил уже. Принимай. Вообще я бросил. Дорогие наркоманы, пожалуйста, если вы колитесь на природе, хотя бы уносите с собой шприцы. Просто можем наколоться нечаянно, неприятно будет. Не открывай, а то чинить заставят. Прибрали с двух сторон от дороги. Это дорога, которая вот ведет воинская часть, по-моему, это. Бегло пробежались за Технополисом или Эльдорадо, что там, уже не помню. Вот сколько тут? 6-7 мешков. Еще одна находочка. Ну, уважаемые наркоманы, переходите на таблетки. На таблетки, на порошки. Просто опасно шприцами, можем наколоться. А еще лучше на грибы. На грибы, на что угодно, чтобы просто не торчали иглы. Это еще мусор из-под Атланта. Там, видимо, злачное место. Все, кто приезжает на электричке, уезжают. Наверное, там проводят свой досуг. И коли ж мы здесь остались одни мужики, то в конце субботника от всех нас огромная благодарность всем девушкам с исполкома. Всех обнимаем, вы молодцы. Сегодня девушки убрали за быдлонами лес. Всем славутичанам, срущим в лесу, должно быть стыдно. А вам, девушки, еще раз спасибо. Все, друзья, наш субботник закончился. Полный грузовик мусора. Всем огромное спасибо. От лица всех славутичан. Весь этот мусор еще сегодня был в лесу, а теперь будет на свалке. Спасибо, вы крутые. Пока. У меня дома есть детский самолетик, и собака раскусила крыло. Точно такое же. Сегодня принесу ребенку из мусора крыло для его самолета. Дамир, нам больше не надо вот это бумажное крыло. Доставай его. Почему бумажное? Потому что у нас есть теперь настоящее. Так, сильней. Ну, в полет. Давай. Хорошо, когда на природе не мусор, а одуванчики.